Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек «Big Baby Tape». Ты мне нравишься. Вот я шла по улице, вчера пошла в магазин, да. Приезжает машина и слышу, поет кто-то да громко. Я тебя узнала. Вот ты представляешь? Ну, ты мне фаворитик именно по вокалу. У тебя классно вокал звучит, голос классный у тебя, мне нравится. Немножко у тебя, конечно, есть трэш в словах, в твоих песнях, да, вот. А вокал у тебя классный, сильный голос. Что ты против трэша имеешь? Ну, бесстыжество. Бесстыжество много у тебя. Ну, а что? Бесстыжество есть, а вокал у тебя классный. Молодец. Ну что, ребятки, послушаем трек Big Baby Tape. Поехали. Pull out that voice that черепахи кавабанг. Пулей на доставке горячо, как чимичанга. Не хожу вокруг да около, я скажу им прям. Я стою много, где-то 150 лям. Бам-бам-бам, ты сейчас сделал бамс-бэн. Я плаваю в руки, дау бэн, лак бэн. Я бегу за сумки, мне даже не нужен трек. Coming out, bitch, я влюбился в этот джет. Я не сделал, она влюбилась в этот джет. Я не делал, я не делал, бэн, зомэн. У неё большая... Ну, у тебя вот-вот начинается кукурузы. Вот кукурузина начинается у тебя. Кукурузная любовь. Это мой аккаунт, лорряп, шурряп, хоми сделал фрап. Хоми сделал кат, говорят капа. Суки из Китая, они говорят нихау. Как я и бой, всех просимал, так нельзя. Потерял глаза, здоровка, цвета бирюза. Их рэп хуйня, скажу прямо, я предвзят. Знаю, кто заказчик, за... Что-то новенькое, чтобы Кизару так напрягался во время исполнения. Обычно он на таком лайте поет, да? Угу. Вот прям такое у него напряжение. Кизару сейчас начал. Кто организат? Есть те, кого скучаю уже небеса. Есть те, кого я уже не румаза. Получище крокетов, мейтропаты, сигурат. Получище аднеров, ЛКМ и тимбар. Со мной азиаты, мои братья из триады. Живу пищихау, мы толкаем препарат. Это 100 раундов драм, через запай хоуста. Ну что, мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Друзья, мы за здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, ребят. Еще раз говорю. На мне цепи, я спал, я неделю не спал, они только родились. Я пришел, ты нас спал, показывал стекал. Он не убежал, потому что хорошо. Беги по лицу, я не хорошо. Новый квартал, это мой аккаунт. Лорряп, шурряп, хоми сделал брат. Тебе надо туда. Самое главное. Ну что, друзья, скажу. У мальчишек голоса хорошие. Вообще, вот этот альбом, легендарный альбом считается «Бандана» у Big Baby Tape и Кизару. Мы их слушаем в первый раз. Это мы... Да, старый альбом? Да, старый. А почему мы не слушали? Вот так вот. Ну что, ребятки, скажу. Я вот что мы скажу. Мы будем слушать потихоньку. Да, будем слушать, легендарный, ребятки, альбом. Да, да. А почему он легендарный? Вот так вот говорят, легендарный. Ну, а что вот... Ну, вот это... мы с тобой прослушали очередной подожди, трек. Подожди, ну вот скажи мне про этот трек. Что я вот могу сказать про этот трек? Вот я. Вот честно скажу. Я услышала голоса. Рэп читают, ребятки. Рэпчик. Да, рэпчик, да, рэпчик, да. И длип можно бросать, ребятки. Танцевать можно. Интересно было слушать, ребят. Что-то новое. Но ты хочешь сказать, что ты просто текст не совсем, да, разобрала с да, первого да, раза? Да, 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 я не очень разобрала текст. Хреново, что я могу сказать? Скажи, пожалуйста, хоть о чем текст-то? Ну, вот о чем? А? Что китаянки говорят нихао.
Нихао, ну, это привет. Ну, слушай, я-то это поняла. Вот китаянки... Поняла, ты даже не, это не нет, поняла. Нет, китаянки нихао. Я думаю, что такое нихао? Я-то это слышу, но что такое нихао, я не знаю. Это привет, значит, получается, да? Нихао. Угу. Ну, видишь, я не знала. Ну, еще что я могу сказать? Про рэп они говорили, рассказывали, как они рэп пишут, чем занимаются. Ну, вот об этом я и поняла. Ну, интересно послушать, ребят. Мне понравилось то, что я, ребят, танцевала. И длин бросала. Мне это уже нравится, ребят. А чтобы мне понять сразу этот трек, да, ребят, мне надо, ну, послушать спокойно. Несколько раз. Да, ну, а сразу как я могу сказать? Вот я слышала нихао, да, я думаю, что такое нихао, я не пойму. И там они кое-что такое тоже услышала и поняла. О рэпах, о треках, как они пишут. Вот это я тоже поняла. Голоса красивые у них, ребят, ничего не скажу. Мне нравятся их голоса. Оба исполнителя, я их знаю давно. Они очень интересные, яркие исполнители, ребятки. Музыка тоже интересная, танцевать можно, ребят. Вот и все, друзья. Будем слушать альбом дальше, ребятки. Там, может, что-то интереснее еще будет. Не знаю, ребятки. На этом пока все, ребятки.